хороший денек, мы едем в Лорино, вот проезжаем распады, где горячие источники. От поселка Лаврентия до Лорино около 40 километров хорошей грунтовой дороги. Сентябрь, восточная Чукотка. Тундра становится все ярче и ярче. В поселке Лорино живут оленеводы и морские охотники, морзверобои. Собачья упряжка. Вот это да! Маленькая байдарка. Обшивку больших байдар делают из моржовых шкур, а вот эта байдара сделана из шкуры лохтака. А сколько она весит? Грамм 16. 16? Экскурсию по поселку для меня проводит Алексей Оттой, глава морзверобойной бригады. Челюсть кита. Вот это да. Вот она огромная. Вот сколько чаек видно? Да, полно. Это там, где... Подъедем, поднимай. Там, где кита разделывали. Там, где нету никого. Мы разделали, видишь, чистим. Да. Чайки нового кита ждут. Ну много у нас чаек. В Пройденском районе мало. Потому что они их кушают. Вот это настоящие байдары? Это спортивные. Спортивные? Для соревнований? Да. А что, на них на охоту не ездят? Да, только для соревнований? Да. Сколько человек гребет? Команда. Семь? Да. То есть вот это покрашенная шкура, да? Да. Ну, смотри, там не покрашенная. Угу. Сколько весит байдара? У нас их 6. И сколько она весит? Весит, не знаю, было бы 6 килограмм. Тяжело. Вон вверх стоит, которая шкура. А сколько же шкур идет на нее? Смотри, здесь шов. Две шкуры? Две моржовые шкуры? Ну, мы их пополам расстроили. Да, чтобы сделать лодку, моржовую кожу одну толщиной в 6-7 миллиметров расслаивают надвое. Вот тут рельевой, там шестеро грибу, сколько груд. Угу. На них гребут юноши, женщины. То есть у вас зачет в нескольких категориях? У нас команда 84 человека. Сколько? 84 спортсмена. 84? Из них 28 мужиков, 28 женщин и 28 юных команд. Понятно. А где соревнования проходят? А в этом году в Пройденском районе был. В Чапкино был. Ну как, выиграли? Да. Да? Молодцы. Все призовые места у нас. Ого! Ну а сколько мы уже гребем? Вон весло по тяжести попробовать. Ого! Какие весла! Мы видим их и гребем. То есть весла распашные. Сейчас попробую. Так. Да, так, ничего. Весит, наверное, килограммов 7-8. Сколько? Примерно. Ну да, обычно уключенный вставляется. Деревянная. Узкая лопасть. Это экспериментально, да. Только на той неделе пришла. Еще документов нету на нее. Разрешение. Уходить в море. А мы так вышли. Попробовать. ТДМБ, как еще раз? 580. ТДМБ 580. Такие лодки. Понятно, на них охотятся. Когда он с берега некуда будет, у него там крючки специальные.
Он подплывает, цепляет его и тащит до берега. По волне хорошо видно. Да? А зимой, когда мороз, суга, ты вытащишь, она его прихватывает, потом специально такое приспособление, его отряхивает, и все впадает, и она сухает. Надо. Настоящая рабочая байдара. Никогда не думала, что мне удастся покататься на настоящей. Не торопись. Вот. Ну, это, поделайте сами. Как-то поделайте. Чуть-чуть в бок у вас. Попробуйте сами вот так вот тело делать. Вот. Только не напрягайтесь. Не напрягайся, расслабьтесь. Вот. Устойчиво. Легче вынести вот так. Давай, давай, давай. Там мелко. Не торопитесь, потом быстрее пойдете. А пока я каталась, неожиданно пришло сообщение от наблюдателей. Увидели моржей. Моржи. Мы теперь получим. Да, если хорошо грести, она очень быстро идет. Ты поставил к нам поина. Во-во-во. Ну классная лодка. А ты попробуй быстро. Не надо. Не, а тут милый, хорош. Так, сейчас на моржей нападем. Отлично. Во. Сейчас на ту лодку там садится, едет, ведет промысел. Когда нет куда будет, он снимает, снимает. Надо же, даже на нартах. Он просто вот тут кругах покрос, он берет, отряхивает его, и она такая же становится. Замечательная вообще вещь. Да, рабочая байдара. Вот это да, фантастика. 2.30. Ну, Сань, мы пойдем. 2.30 всего. Длина этой лодочки. На моржей пойдем. 2, 3. О, шкура, шкура. Поворот и гарпун. А он разный для моржей, для китов. Сейчас заметили в море моржей, и мы идем. Вроде как их на них охотятся. Второй колпак. Мне куда сесть, чтобы не мешать? Нет, там. Где сидеть, да? Не просто готовить. Второй где? Сейчас я это беру. Вот так, совершенно неожиданно я попала на ход. Падай, а мы быстрее, очень скорость большая. Хорошо. А мы лучше назад иди. Назад? Эй, иди помогай. Ушел вон! Задницу поднимите!
пробоев каждому опытному охотнику закреплен юный ученик. Охотники высматривают, где же моржи. И только кто-то на лодке заметил моржа в каком-то месте, как остальные лодки стремглав летят в это место. Тоже на чеку. Они уходят от преследования, скрываются. Охотники снова высматривают зверя. С воды не всегда легко его заметить. Поэтому бывает, что получают наводку с берега по телефону. Наблюдатели говорят, где они заметили очередного всплывшего моржа. Ищем, пока не видно. Кидай, кидай, эй! Кидай! Кидай!
Давай. Осторожней!
Эх, ты никогда не научишься. Вот это икру детский горбуз. Это гарпун должен раскрываться. Осторожно, стреляю! Когда морж уже за гарпунина и несколько шаров поддерживает его на плаву, морша добивает из карабина. Thank you.
того надо посмотреть, как будто не разошлось. И не пила один из них. Вперед, Кай! Куда ты его возьмите? Возьмите! А то утонет, будет вытаскивать! Эй! Поймай его, дырку сделай и зацепи! Потом эту разберу. Сейчас утонет! Потом будем тягать его. Цепляйся! Сейчас мы вам помогли. Где нам может быть переведешь, потом отсюда будет. Переведи его сюда. Тянет.
есть? Да. Пока в лодке не так что-то не отлично. Вот сейчас дальше. Там на пуп. Где-то сломано здесь. Голову за рогами делали бы. Верхи тебя потянет. Короче, есть? Ты веревку завяжи, хвати, толкой потяните с той стороны. За ногу? Все закрученные машины. На ту ногу охватите длинной веревкой, дайте им, и они потянут. Вы одни ничего не сделали. Подожди, Максим, иди сюда назад. Нет, вон тот, вытаскивайте толпой. О, шарики я порежу. А? Шарики порежу. А зачем ты режешь? Мозги вытаскивайте. Веревкой обхватите и вытаскивайте. С той стороны подойдите, надо вытащить. Тукен, сними. Так, все, сняли его. Пока привяжите этого моржа, эй, снизу, не удержи. Да, процесс охоты – это не только погоня и загарпунивание. Это распутывание веревок, вынимание гарпунов, выуживание и транспортировка зверя к берегу. Процесс разделки в тот же день. Так, в этот раз охотники добыли 5 моржей, и до поздней ночи в темноте, на холоде и ветру, при свете налобных фонариков и пар от машины проходила разделка туши. Мясо моржа используют в пищу для людей и для собак, ведь в поселке многие охотники держат упряжки. Куски мяса со шкурой килограммов на 15 заворачивают мясом внутрь и зашивают полосками-ремнями той же шкуры. Получается рулет, который называется кым-гыт. Такие рулеты замораживают и зимой используют в пищу. Большие куски моржового мяса с кожей могут просто закладывать в ямы, выложенные камнем. Сверху их закрывают дерном и засыпают землей. В вечной мерзлоте в чистом чукотском воздухе мясо не гниет, а закисает. Кислое мясо по-чукотски дословно называется копальхин. Оленье мясо поешь, через 5 минут опять есть хочется. От моржового супа сыт надолго и силы будут, говорят эскимосы.